С 1 июля этого года электронные счета-фактуры будут являться обязательным электронным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость и будут служить основанием для осуществления расчетов по НДС между продавцом и покупателем и принятия к вычету соответствующих сумм НДС. Внедрение механизма функционирования электронных счетов-фактур позволит исключить недостоверность первичных учетных документов, минимизировать ошибки и налоговые риски, предъявлять налоговые декларации. Плательщики налога на добавленную стоимость должны будут составлять электронные счета-фактуры при реализации объектов, включая реализацию на экспорт, при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, при приобретении объектов у иностранных организаций на территории Республики Беларусь, которые не состоят на налоговом учете. А также электронный счет фактура должна будет составляться плательщиками, даже если они не выступают ни продавцами, ни покупателями, но они обязаны перевыставить сумму налога на добавленную стоимость. Электронный документооборот будет осуществляться с использованием портала электронных счетов фактур информационного ресурса Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Выставление электронных счетов фактур должно будет осуществляться, как я уже говорила, с 1 июля 2016 года по объектам, отгруженным с 1 июля 2016 года по первому сроку 5 августа 2016 года. Электронный счет фактура должен быть подписан электронной цифровой подписью как со стороны продавца, так и со стороны покупателя. Только в этом случае покупатель может принять к вычету сумму НДС, которую предъявляет продавец. Электронный счет фактура может составляться тремя способами. Заполняться непосредственно на портале, загружаться в полуавтоматическом режиме в формате XML-файл, подготовленный в учетной бухгалтерской системе субъекта хозяйствования и подписанный электронной подписью подаваться автоматически на портал. Разобраться в вопросах, которые возникают при составлении электронных счетов фактур, формой самой электронной счет фактуры, порядок ее заполнения поможет информация, которая находится на сайте Министерства по налогам и сборам в разделе «Электронные счета фактуры».